Шарик, смотрите, какой он молодец у меня. Посикал и себя обихаживает, вылизывает. Да умничка он. Маме Свете помогает. Конечно, скажет, чтобы мама Света не так много за ним ухаживала. Да умничка ты мой. Посикал, мальчик мой. Шарик, шарик ты мой. Шаришка. Ну, ничего. Сейчас он поменяли. Сейчас на пеленочку опять положим его. Вот, конечно, его надо вести в Иваново однозначно, показывать профессору и уже назначать правильное лечение, потому что все-таки лапки шевелятся, как таковой, ну, есть такая надежда, все-таки есть надежда, что, ну, старается. Да, Шарик? Старается он у меня, мальчик. Чего, Донечка? Донька подошла. Донька подошла мне. Кто? Комарик так тебя укусил. Сзади подошла ко мне и меня тычет мордочкой. Чего, Донечка? Чего, моя девочка? Все, мы с тобой погуляли. Сейчас баиньки укладываться будем. Давайте сейчас я вам всем постелила. Вот здесь чистенькая. Пеленочки тоже купили, да? Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо большое за поддержку. Это очень для нас важно, потому что, ну, животные не должны страдать. Мы делаем для них все возможное. Все-все возможное делаем.